Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о дорогом кроссовере Toyota и Осло без дизелей. Россияне любят автомобили Toyota. Японский бренд отвечает им взаимностью. Особенно в части у наших покупателей кроссоверы и внедорожники этой марки. Их на нашем рынке опять полный комплект, так как к нам привезли новый Highlander. Он стал более брутальным по сравнению с предшественником и более безопасным. Кроссовер оснащается фирменной тойотовской системой безопасности Toyota Safety Sense, которая позволяет предупреждать столкновения и применять систему экстренного торможения без участия водителя. Кроме этого, Highlander оснащается системой кругового обзора и продвинутой мультимедийной системой с большим экраном. Новому автомобилю положено всего три цвета – металлик, темно-коричневый и серебристый, и обычный коричневый. Модный нынче белый цвет в списках не значится, как и порядком надоевший черный. А вот с ценой получилось весьма печально. Минимальная цена Highlander составляет 3 635 тысяч рублей, а топовый кроссовер обойдется почти в 4 миллиона. Это сильно дороже конкурентов, например, Nissan Murano. Дороже полноприводного Lexus RX и всего на 200 тысяч дешевле, чем старший брат Land Cruiser 200. Ситуация странная, но так решили маркетологи. В Норвегии красиво, холодно и живут очень спокойные люди, даже несмотря на то, что они потомки викингов. А еще норвежцы очень любят свою страну и всячески о ней заботятся. Вот взяли власти Осло, да и запретили движение дизелей с 6 утра до 10 вечера. Оказывается, автомобили на солярке выделяют кучу всякой гадости, а жители столицы Норвегии сплошь астматики и вообще часто кашляют. Самое интересное, что еще недавно ситуация была абсолютно полярной. Норвежцы настойчиво продвигали дизели везде, где можно, но случился дизельгейт, и выяснилось, что раньше они ошибались. После знаменитого скандала с подделкой данных о выбросах, многие европейские города решили отказаться от автомобилей на тяжелом топливе. В Париже, Афинах и Мадриде с 2025 года на них будет вообще полный запрет. Зато льготы получат те, кто будет ездить на электричестве или топливных элементах. Напомнить им, что ли, что 3/4 парка Евросоюза ездит на дизелях. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин.